Всем привет, с вами Марк и... Ай, Денчик. Короче, сегодня мы будем строить флаг России, точнее, будет делать машина. Проблема то, что в Она том... будет наоборот строить, да, флаг. Да, у нас будет перевернутый флаг. Что-то наебанутая машина какая-то, если честно. Ну, это вообще я немножко там перепутала, там было начало... А, ладно, поду ребутну её. А ну, иди сюда. Стой! Компьютер крафт. Я её ребутнул. Подожди, где летучая мышь? А вот она, что-то я пропустил. Так. Стоять. Вот так. Вот так. И вот так. А теперь меняем все цвета. Все. Так, и теперь запускаем. Смотри, вот сейчас я ввожу свой логин. Логин? А пароль ты не увидишь. Я тут знаю. Так, и запускаем программу. Ребят, на самом деле пароль его Кирич Питер. Нет, не совсем она. Куда он полетел? Что он делает? Он флаг строит. Какой умный! Да, у меня вообще здесь было много экспериментов. Надеюсь, с гигским флагом не было экспериментов. Нет, смотри. Я видел, там какой-то сундук ты поставил. Это он копал. Ну да, представь. Да, это он копал, но произошла проблема в том, что он отключился. Больной, что ли? Я пришлось перезагружать, и мне было лень ставить. Вообще, я тут разработал гениальнейшую программу, которую я потерял где-то. И что она делает? Сосёт, да? Да не, это прям 512, может, это вот секунду. Сейчас посмотрим. Просто не помню точно. Ну и хорошо. Эм, она остановилась. Алло? Это сервер, что ли, завис? Нет, навряд ли. Эм, ну у меня эта машина остановилась. Там, сервер, сервер. Он сейчас вылетит, да? Потому что у меня зависает из-за виртуальной машины. Я ее вырубаю, сука. Тайм аут. Да сука, блядь, заходи на. У меня бомбит. Все, мы вернулись. Так, нет, не 512. Значит, другое. О, отошел. Он строит, блин, долбоёб. Во, все. А, ну все. Все, ну она упала. Она что, в портал? А, нет. Нет, она опять зависла. Нет, она все закончила работу. А, а теперь мы прописываем аут и все, их туда идет. Enter you login. Логин. Ради смысла на определенный логин. Нет, не подошло, что так вот. Все плохо. Все, я нашел, короче, код. Вот у нас есть флаг России. Даже. Марк, я нашел код. Пошли. Код. Ты кота нашел? Код. Ну давай, ладно. Пойдем где-нибудь будем копать. Это нам понравится. Advanced Mine Turtle. Turtle. Черепаха. Короче, черепаха. Да. Короче, Марк, смотри, не сюда. Угу, я лечу. Во-первых, у нас будет это уже, ну, поставленный мной 8-й компьютер. Угу. Я просто в папке сижу с клиентом. Угу. Вот, в принципе, сейчас создам код, будет он у нас dig. 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 Может, он будет dig? Самое интересное, что он не поддерживает расширение. Полностью согласен. Поэтому, вот, вставляем тут интереснейший гигантский код. Заходим, Марк. Craft OS. Я смотрю. И, в принципе, пускаем программу dig. Dig. И это уже полностью с гайфрейм программ. Давайте, xsize пусть будет 3. А вот этим надо еще перед этим кое-что делать, это поставить над ним сундук. Пусть это будет у нас... Что? Обсидиановый сундук, правильно. Ну, хуйня. Вот, ставим xsize 3, zsize 3. Пусть будет... Ну, немножко покопаем, подкопаем тут. Сука, хуй, блин, подкопаем. На 3 вниз опустимся и... Да, дропать предметы вниз. Ой, в сундук. И копаем вниз. Так, надо загрузить сейчас в... Что? В... Правильно, уголь. В говно. Нет, в уголь. Древесный уголь. Все. И нажимаем кнопочку. И оно начинает копать. Да ладно. Траву разрушили даже. Теперь оно будет собирать все в свой инвентарь там. Ну, я вижу его. Потом оно что сделает? Когда у меня закончится место внутри, оно перейдет и закинет вот туда все. И потом пойдет нахуй. Ну, короче, да. Это автоматическая копалка, все ясно. Да.
А не проще было карьеры делать? А, да, все правильно. Вот это. Ты дурак, что ли? Все, он выполнил. Подожди, сколько... он как только опускается до 3, он сразу выключается. Вот он что. Прикол. Прикол. Сложный прикол. Сложные. Зато скопал 19 земли. Марк, тебе нужно 19 земли? What the fuck? Чё происходит? Ты о чём? Это чё за туман? У тебя тоже такой туман, не? Ты вообще о чём? Ты куда смотришь? Блядь. У меня туман сейчас, у меня вообще всё белое. Ну да, здесь, наверное, из-за вот этого вот. Вот всё. Всё прошло. Было, ну да, это туман. Было, это... Баф. Давай изучать Таункрафт, давай изучать все подряд. Так, давай запустим Дик пока что. Дик. Давай Дик запустим. Работаем. 5 на 5 и, сука, на сотню. О, здорово, циклоп. Как поживаешь? Прям, на какой высоте, блядь? 63 пусть будет вниз. 50, сука, 3. Дик. Упсим ту хуйню, блядь. Все. Да ладно, все, короче. А мы сегодня будем убивать остальных боссов. Да? Угу. Из Диггер онлайна. Даже интересно, конечно же. Да. Так, нет. А что, наш дракон вообще растет? Нет? Я просто, у меня ХП дракон. Не показывает. Ой, блядь, да динозавр. Да не, он растет, но у него ХП не увеличивается. Ему уже 18 дней. А я думал, ему 18 уже. Ну, в принципе, Моно считает, что ему 18 лет. Ну, у нас теперь Моно, у нас динозавр совершеннолетний. Так что ему можно есть собак. Да не, он собак не ест. Он ест пшеницу, арбузы, яблоки, хлеб и морковь. А он умеет есть. Собак. Да. Что ты здесь делаешь, а? Еще у меня есть был такой... Прикол. Вот. Был такой прикол, да? Компьютер. Черепаха. Опять же. Короче, это была у нас что? Говно. Advanced Mil Turtle. А вот я нашел. Вот какая-то машина здесь у тебя стоит. А ты где? А вот я. Вон. Подожди, дай я вспомню, что это. Это у нас, короче, автоферма. Автоферма. Которая бесполезнейшая. Потому что она очень плохо работает. Угу. Не оптимизировали ее, да? Ну, в принципе, да. Вам сказать и так. Деново на нее поставили, она и плохо работает. Надо было деново на нее. Короче, смотри. Вот у нас есть вот такая вот хуйня, блядь. Короче, мне надо сейчас ее немножко вот изменить. Как будет у нас 6-я машина. Так ведь, 6-я же ведь? А я хуй. Я что, знаю, что ли? Я что, слежу за этим? Мне вообще... Всегда. Нет. Так вот... Да-да, это Том у нас. Тупой краб. Тупой краб. Ну, рак, краб. В чем разница, то? Большая. В смысле? В смысле? Я полетел на облака вкусные. Духи есть. Вот. Я нашел облако, на котором сундуки. Здесь есть на некоторых облаках сундуки. Что, посмотрим. Все, Марк, короче, я тут исправил код. И сюда. Подожди, да, я заберу все вещи отсюда. Какое-то говно, правда. Ну да ладно. Кого это волнует? Всем же... Так вот. Чё у нас включается суть программы? Иди сюда, ты где? Да я вот, я здесь. Смотри. Блядь. Я же летучая мышь, блядь. Да я тебя не могу заметить. Блебал. Давай я тебе сделаю вообще это клаудпэд. И дам ему кварца. А что это? А ты сможешь летать без летучей мыши. Дайте. Ну, вот. Хотя давай. Уна и на. У меня бэтпэт. У меня бэтпэт, кстати, есть. Так, и куда его вставлять? Первый слот. Закидывай, это в нижнюю, самую нижнюю строку. Ну, блядь. Чтобы использовать, короче, типа. Теперь становись обычным человеком. Да иди нахуй. Подожди. Сейчас упадёшь. А теперь взлетай. Ты чё, блин? Правой кнопки. Кнопку не нажимать, понял? Ты чё было сейчас? Ты толпанул молнией на правую кнопку, она бьет молнией. Прикол. И чё, она сейчас сломается, слышь? Нет, она не сломается, она просто перезарядится кварцем. Я читал кварц. Говно, блядь.
у нас дерево горит. А у ладно. меня, кстати, есть. У меня был кварц. Ты мне его зря дал. У меня я в том сундуке его нашел. Ну, так вот, Быстро. Марк, смотри. Вот она берет семена из первого слота Ну. и садит их. Угу. Потом берет костную муку и из второго выращивает. слота и выращивает три раза. И у нас появляется растение. Ты долбоёб, все горит. Да вообще посрать. Лэ. И поэтому иди сюда. Сейчас я убью тебя. Смотри, она вырастает, и она скапывает. Чуть непривычно, что я такой большой. И все. Прикол. Я чуть не привык, что я такой большой. Я был летучей мышь, а теперь я феромир. Такой вот феромир. Теперь она будет работать, пока у нее не закончится костная мука и семена. То она будет просто скапывать. Прикол. Ну так что, давай я убью остальных боссов, оставшихся сегодня. И закончим с диваном, пошел нахуй. Потом мы будем изучать ничего правильно. Кстати, знаешь, что я могу попробовать? Я же нихуя не делаю. Я могу попробовать изучить ботанию. Почитать что-нибудь про нее на вики. И попробовать ее изучить. Хотя бы что-то. Ну, кстати, у меня был еще один бот. Но ты же пошел изучить ботанию. Ну, нет, чипа. Я хотел диван, я хотел убить всех нахуй. После... Ну, вообще, у меня была такая идея. Ну, даже она недавно ко мне пришла. Смотри. Ну, он только не будет придумать, чтобы использовать это. Смотри. Вот берем вот такой туннель замечательный делаем. Зачем? И? Вот. Это с компьютер-крафтом тоже? Связано? Да. Я же вчера занялась только компьютер-крафтом. Это вот... Нет, ну стой. Ну куда ты ставишься, пидорил ебаный? Блядь. Блядь. Сука. Поставь скин Димы Скрынника. Нет. Да. Нет. Ну, так вот. Так вот, смотри. Угу. Сейчас посмотрим. А так, мне получается надо вот так, вот так, ага. Все, понял. Блядь. Не бомби. Подожди. Сейчас мне нужно вот сюда заебашить поршень. Угу. Хорошо. Хорошо. Все будет. Хорошо. Пойди пей первую китайщину. Так вот, заставляем вот это все. Сюда ставим нажимные пластины. Говном будем заставлять. А, сейчас, подожди, я слетаю домой. У меня кирки-то с собой нет. Сейчас или это сервер завис? Да. Да, сервер завис. Ау. Что за говно сейчас было? Сейчас сложу всякое говнище. Так, это я. Так, почему это не работает? А у меня, кстати, есть Bad Pet. И Snow Golem Pet, кстати. Зачем? Еще у нас Spider Pet есть. Какие еще пэты у нас здесь есть? Пэты. Пэты. Знаешь, что еще предлагаю сделать потом как-нибудь? Вырастить еще одного динозавра. Или вообще всех да, сразу. Все Марк, ты что, представляешь, что это хуя будет строить надо? Ладно, потерпим, чё ты. Так, ну давай, я уже прилетел к тебе и хули здесь. И что здесь должно произойти? Тихо, подожди, сейчас все будет. Бля. Не помню. Смотри, подожди, тихо. Сейчас я настрою ее. Вот. Сейчас мне надо включить, вспомнить, где находилась эта программа, где я находилась. Седьмая. Это вот это вот 0.1, 0.1, это... А, всё. А, даже, знаешь, тут так вот, целый 0.7. Сейчас у нас будет 9 уже машин. Угу. Куда пошел? Ну-ка, стоять. В смысле? Ну и хрен ли. И хрен ли должно произойти. Подожди секунду, мне надо кое-что еще настроить тут. Да ты су... Ты заеб... Ботания. А, это Тропикрафт. Что за Тропикрафт? Это еще что? За моды? Не знаю. Так вот. Ну-ка, заходи. Ты что, хуй? Ну, подожди. Что-то не заработало. Айденчик. Эй, паспорт, я его вижу, но его не вижу. Да. И оно бьет, блин. Я знаю. Получаю урон. Я знаю. М.
Да, есть такой баг. Понятно. Так, все, мы вернулись. Короче, сейчас я уже пойду убивать этих ебучих боссов. Сука. Ну, в принципе, я знаю, как можно остановить это неожиданно. Кого остановить? Не, просто там есть некоторые команды. Кварц, а кварц надо в первом слоте или не? Не-не-не-не. А, ну все, значит. Загинуть в инвентарь. Так вот, кстати, вообще это... Там есть просто сочная клавиша, например, чтобы редко перезагрузить или выключить программу. Но я тебе сдал защиту. Дынува. Да нет, просто смотри. У меня была такая проблема. Когда я, если я перезагружу компьютер, то есть с помощью сочетания клавиш, то все, это, мне следит, ну, логин, ну, чтобы залогиниться, мне слетит. Я долго решал эту проблему. И мне пришлось прибегнуть к... Угадай, чему? Правильно, ты не угадаешь, потому что я пришлось прибегнуть к автозагрузке. Я просто сделал автозагрузку... Пошел нахуй, да? Это программа. Да. В принципе, интереснейшая вещь. Очень интересная. Ты чё это... Кстати, вообще, как наша черепаха копающая поживает? Здесь есть боссы, я не знаю, здесь половину каких-то китайцев. О, Марк, нормально тут. Только она нихуя теперь не делает. Она завис. Что за Ghost Bane? Не знаю. А, ну она, короче, прокопала сколько-то и остановилась. И все. Ага. Я смотрю. А, у нее закончилось топливо, да? Угадал? Что за визор, блядь? Она же нихуя не делает. Moonclock. Dreamfinder. Ага. Так, а я не помню, кстати, я кого убивал. Я вот этого китайца я вроде убивал. А, нет. А, да-да-да, его убивал. Давайте убьем его еще раз, похуй. Сейчас к тебе приду. Угу. Сука, завис сервер. Еба. Блять, убей его. Убивай его сам, короче. Не срать на него. Потому что я его уже убивал и... Так, а вот этого я вроде тоже убивал. Вот этого единорога, еба. Вон, я тебя вижу. Иди вон того синего убивай. Привет, как дела? Нет, я его замочу. Петрил, ебаный, сука. Хуй тебе, блядь. Ладно. А я не помню, по-моему, его убивал. Чат на единорог, сука. А ну иди сюда, куда побежал? Опа. Все, убил. Оп, халитовый меч. Клинок. А, вот этот зеленый, что ли, который? Да. А, значит, я его убивал, по идее. Да, ты его убивал. Дэнсон? Что? Какой Дэнсон? О, да хуя здесь всего. Twilight Demon. А, ну это, по идее, самый заебистый. Да не, он какой-то, блядь, Змей Горыныч, блядь. Змей Горыныч. Пародия на Змея Горыныча, короче. Только тупо. Это американцы у нас все прут. Да. Сейчас он как-то хреново выглядит, надо было получше нарисовать хотя бы. Это говно, блядь, сделали. Так, у него два хвоста, что ли, или что? Ты хули мне его кинул, блядь? Я его убью. Да, я забрал. С него халайт боу выпал. Дай мне боу, дай боу. А тебе, по идее, этот статуя с него выпала. Ты, наверное, подобрал. Нет. Питер, ну так вот. Так, это у нас какой-то Саулфиен. Яростная стрела, подожди секунду. Да-да, я возьму яростную стрелу. Яростная стрела. Все, я нашел яростную стрелу. Давай ебни его. Да, от него стрелы отлетают. Что? Что это такое? Вот это Ахат Краба. А, это пародия на Half-Life, все ясно. Опять сперли все. Ну, как всегда. Нет, уйди, мой босс. Да, блядь. Это ж пидрило. А я ничего не подобрал с ним. Халитова ломтереска. Чё, блядь. А давай вызову сразу трех боссов. Все, я вызову давай. Сразу трех боссов. Раз, два, три. Все. А, вот этот, по идее, заебистый. Сука. Ревор. А, у него мало хп, слышу, вот этого ревора. Что-то он какой-то слабенький. Вообще пиздец. Дай его ебать. Так, и у нас Дэнсон вот этот, по идее. А, я только его убивал, не? У него этот меч. Не знаю, я карты ебашу. А здесь Энгри Банни. Энгри Банни. Да, злой кролик. Злой Питер. Ну так вот. Вообще-то гигантский, блядь, сука, кролик, по идее. У меня тут вообще какой-то Змей Горыныч, тоже пародия на Змей Горыныча. Блин. Я почти выебал. Да, все, я выебал. Так, у меня, кстати, полный набор... А, у меня еще не полный набор.
Эм, а чё-то их как-то здесь много, не? Чё боссов как-то много, блин. Мне выпал халитовый файзер. Чё, блядь? Ебашим их. Я правда не знаю, они чё-то их, по-моему, много заспаунилось. Даже секунду, подожди, стой. Ты еба. Все выеб. Так, а это кто? Это тоже босс? Халитовый поножи, ей! Поножи? У меня тоже есть поножи. А, у меня их целых два даже поножи. Да, блядь, хули, а чё они это... Чё-то, а, кто от Рейвера? А чё-то кого-то убашь? Да вот этот Питер. Хотя мы его убили уже, но он чё-то опять заспавнился, не знаю, я их вроде по один, по одному разу. Давай, ладно, посмотрю, что здесь ещё. Хорд де Хорн, чё он делает? А, нам надо в край идти. Зачем? А, вот а, это... Да, я знаю, там вроде хрень. Это босс? Да, это босс. Ну, кил, значит. Сейчас я заспавню этот ебучий портал. Так, подожди. Нам надо зайти в Ней. Я чуть в меню не вышел. Нам нужен Ней. А, вот портал. End portal. Поставим его вот сюда. Да, ну, Ней. Мегамарк, стой. Тихо, все, заходим. А, мы же зайти не сможем. Куда, блин, его поставил? А я забыл, что я не летучая китайщина. Китаец. Сейчас я зайду туда. Ну, в принципе, ничего, я не могу зайти, а вот все. Ну что, я зашел. Ну всем похуй. What the fuck? Что здесь? Ты вообще что здесь сделал? Ну я как бы здесь. Шифтом, как понимаю, прорубал, да? О, лаки блок. Здесь лаки блок. Почему-то, хотя я вроде все брал. Что это такое? Это ты вызвал синяя Айрайко. И где он? Ну, сейчас, секунду. Я что-то слышу странно. Ты его призвал вообще. Стой, оп. Ёперный. Это ну, ты... это я вызвал. Я уже испугался. Ой, ёп, мать. Ни хрена звуки. Чё за звуки-то? Это они вызываются. О-о-о. Воу-воу-воу, где? Да, вот они. Я желтого мочить буду. А я буду голубого мочить. Ну, каждый выбирает свой цвет. Ну, я вообще люблю зеленый, не голубой, так что ты там не подумал. Эй, он улетает, слышь, он вообще хуй. Блять. Замечательно, он улетает за карту. Он улетает за карту. Он вообще улетает за карту, блять. Я же с него дропа не схвачу. О, я схватил. Я успел, я схватил его. Ща я выкипу. Я вообще за край практически улетел. Божественные осколки. Божественные осколки. Ну, тот же самый вопрос. Блять, его убить не могу. Ой, все, его ебану сейчас. Сука, иди сюда. Пошел крафт, ебану, сука. Сука, да, я это взял. Бля, я не поймал. Ну, достань. А, не, я ебану какого? Зеленого. Ой, я сам к себе тут вышел. Роб Ютуб, а вот это. А чё это, они, это ещё не всё это? Они опять заспавнились? Нет, Марк, их много. А-а-а. Их, если не ошибаюсь, я не помню, сколько их. Но если их попадают тупые, божественные осколки. Короче, срать на них, мы... Нет, Марк, мы должны их замочить. Да, блядь, они у меня вообще улетают за карту. Вот почему... Ну да, тебя... по идее, там после... только последний это выпадет нормально, дроп. А где попадают божественные осколки? Я вот этого начал бить, он вообще куда-то исчез. Понятно, я его не убил. Он вообще куда-то улетел за карту, походу. Я его не вижу. А нет, вон он. Помоги мне здесь. А то этот китайец хочет улететь. Да не знаю, где еще. Здесь еще есть фиолетовый. А ну, туда... а я его и мочу, как бы. Он опять куда-то тпшнулся. А вон он сзади. А, нет. Просто не разбираюсь, здесь просто такой фон. Да вот, я его вижу, блядь. Сука. Он тпшается. Он... Марк, стой, не бей его, да, я долечу до вас хотя бы. ТП, не? А, не. А, не. Сука, ебани его с лука, он заебал. А, с лука он сразу телепортируется. Так, и где он? Вот он. Вон он. А, вот он. А, вот ж пидорас. Сука, ну иди сюда. Говно собачье, в рот ебал. Жлоб вонящий, дерьмо, сука. Иди, идёт, трахтясь в твой семью. Говно собачье, жлоб вонящий, дерьмо, сука. Так быстро летаешь, китаец. Я что-то а? Да хватит бить, я хочу его тоже ударить. О, я его убил. Красава. Из него ничего не выпало, круто. Божественно, сколько и Марк. Нам и придется где... падать вниз. Остров. Нам где? Придется падать вниз, подожди. А где остров? Все, падаем вниз, короче. Ты стой. Знаешь, что у меня есть идея какая?
Нет, я упаду. А, то есть мне килл придется писать. Быстрее будет. Ну, а, вот я нашел. Я на остров. Отстраивайте уже. Так, что здесь еще? Infernal Flame. Что это за говно? Так, заспавним его лучше в этом. В красном мире, чем в белом. Короче, сейчас мы ебанем это. По идее, там что одному было появиться. А, бы. Это Незеры. Нам надо в Незер сейчас. А, ну да. Идем в Незер. Короче. Блять, я в... Алло. Алло. На сервер зависит, я знаю, может, я умер. Ой, блять. Марк, я нечаянно пробил у нас там пол немножко. Секунду, Марк, стой, не иди никуда. Да, я тут зашел. Я пока что зашел. Угу. Ну подожди меня, окей? Я там сейчас выложу все ненужные вещи так. Я убью здесь всяких пит. Вот это нахуй выложу. Не надо, блядь. Сюда, нахуй, я просто выложу, блядь. Не бомби, не бомби. Знаешь, чем прикол? У меня три халитов фаз. А, нет, два. Два халитов фазера. Короче, я тебя жду. И вызову этого Internal Flame. Ты еще снайпер. Значит, какой-то. Мне вот это надо... А, это пэты. Это пэты здесь. Короче, вот это яйца пэтов. Я, кстати, тут профессионально отремонтировал наш дом. Ромер, ты главное не... Понятно, короче, это последний босс. Сейчас мы убьем последний босс. А, кстати, у нас камни все-таки это на стене это окрепли. Застыли. Да-да-да. Это я уже давно заметил. Ну так вот, у нас сейчас будет, по идее, последний босс, потому что здесь больше нет спавнеров. Все? Ты пошел? Все? Погнали? А, это что за говно? Я его знаю. Какой-нибудь смеженный. Меня лагает. У меня нет. И еще я слышу самого себя. У тебя. Не знаю, секунду. Давай мы убьем. Сука. Ты ебанул, блядь. Ты долбоеб. Сука, ты че ебанул. Я слышу, он бомбит. Меня из него лагает, блядь. Все. О! Я все его забрал. Че там? Ну, 6 Blue Fire Stone, и я ничего... А, и Fire. Короче, скинь. Все скинь. Говно какое-то. Ну, Blue... Вот этот синий алмаз, он у меня уже был, кстати. Я его выбивал с какого-то босса. И шарды у тебя должны быть. А, срать. Да, а, ну, есть Corrupted Shards 3. Ну, все, возвращаемся нахуй. Ну, да. И ставим статую, которая с него выпала, кстати. Так, вот это, кстати, тоже надо выкинуть. Ну все, мы, по идее, всех боссов убили. А, кстати, Марк, смотри, как я это починил. Марк. Круто, супер. Алло, зови сервер. Ага. Так вот. Ну, так вот. Что я хотел сказать. Иди нахуй. И еще иди нахуй. И еще иди нахуй, да? Да. Ну, в принципе, меч синего огня можно сделать. И лук синего огня. И броню синего огня. Круто. А ангельский понож. Так, все, я поставил все статуи, по идее у нас... И да, рамка порта на арканы можно сделать. Единственное, что мы не побывали в одном мире, потому что там просто не обработал в него портал. Точнее, там даже не было штуки, которая делает эту хрень. Так что... Я пойду сейчас... Мы не виноваты, это какой-то баг с этим... Так, вот, а вот, статуя Рейвера. Рейвера. Угу. Ну все, мы заканчиваем серию. Подожди. Блять, это уже дохуя идет. 28 минут, 11 гигов есть. Ты издеваешься? Там будет 11 гигов весть. Хуй ты делаешь? Так, сейчас я кое-что еще. А вот этот, а вот этот говно уже есть у нас. У нас есть этот уже, чувак. Татуя. У нас есть. Ага, ну, Марк, короче. Блин. Че? О, господи, мне показалось, что динозавр выбрался за свои пределы. Серьезно? И они у нас все есть, да? Да, я понимаю, нет. А кого мы еще не убили, вопрос? Мы же всех вроде там больше нет. Стой, смотри, давай по очереди. Этот статую древнего существа мы убили. Да, вот он. Айрака Орды, мы этого, ну, убили как бы, но не очень. Ну, то есть он это, ну ни хрена. А, вот. Подожди, надо еще обсидиан взять, еще его найду. Так, статус сумеречного демона, это у нас кто вообще? Так, подожди, Марк, ладно, она не выпала у нас, но мы его убили. Да. Так, статус сумеречного демона. Статус короля, королевы Артура. Путя. А, да, у нас есть. Так, статус корота. Корота у нас есть, корота у нас нету.
Начисаем. Это кто? А, мы его убивали уже. Это я его убил, да. Вечного лучника, это у нас кто? Ой. У нас есть? Тоже это... есть, да-да. Так вот, статуя смотрителя. Да, нет. Есть. Вот он. А кто его успел убить? Это я его убивал, когда ты Так, это у нас есть? Да, есть. Разве? Подожди, А, да-да-да, вот он. Мамаширона, боже, не могу это читать. Так, это у нас есть вроде, да, вот. Стоп, точно? Да-да-да. Зачем у меня зависло? А вот все, отвисло. Статуя Рейвера. А, Рейвера ты уже убирал. Статуя Дримкиса. Это вообще кто? Так, Марк, ты что-то пропустил. А там, это все там были вроде бы. Спавнили. Так. Что-то говно как-то вызывается. Дрим... Да боже мой, да чего у меня зависает-то все, блядь? Серия почти 30... Это самая долгая серия, кстати, в этом сезоне. У меня еще там, блядь, часы, сука, включились, мудаки ебаны. Майнкрафт завис. Ну все, у нас сейчас вылетит, и нам 7 пиздец. Нет, нет, не вылетело, скоро приду. Оп, я опять зависла. Да ты дебил. Итак, мы вроде бы нашли недостающего босса. Алло. Секунду. Блять, быстрее. Серию надо кончать. А ты хули, блядь. Сука, она и так до хрена весит. ТП, я быстро. Подожди секунду. Да хуй. Да. А что? А не хули. Еще объясни мне вот это. Мар, ты вообще где? Я в обычном мире. Боже, нахуй ты его в обычном мире спавнишь. Ну я его уже заспавнил. Блять, он меня убил. Сука. Ты иди, это, я сейчас. Ну это его в обычном мире спавнил. Не знаю. Он где-то вот здесь вот должен быть. Я его потерял. Я не помню, где его заспавнил. Подожди, вот. Вот он здесь должен быть. Сейчас мы будем вот нормально, блядь, убивать. И где он? Он куда-то исчез. Он исчез, так, присоги мотор. Денос, Карота, Рейвер, Демон. Вот это говно. А он не босс. Не пишет, что он босс. Ну да ладно, уйди по нему. Все, я выебанул. И с него выпало Клин Перл. Все. Это не, даже не босс. А ты точно того, кого надо убивал? Я откуда знаю? Ты мне сказал его вызвать, я его вызвал. У него даже не написано, что это босс. Драмикс. Подожди, секунду. А, может, да. Драмикс. А, да, вот нашел я его, яйцо призыва, вот Драмикс. Сейчас посмотрим, что это. Пошли в сумеречный, все понравилось. Сумеречный лес? У нас был сумеречный. Ой, не сумеречный лес, лес это, ну, мир последний вот этот, серый, который. Вот. Который красный, который серый. Логично. Ну-ка, давай спавни, пидора. У нас здесь еще один босс остался. Да, да. Мы его убили, но он это... А, замечательно, он босс. Он невидимый. Да. Замечательно. Все, пошли, Марк, от него подальше. Я не спрашиваю. Удача, блин, отличный левел, блин. Он исчезает. Он заспавнился сейчас и исчез. Ну, все, исправим. Он где-то здесь. Драмикс. А да. Где он? Я увидел. Это не он. Вроде. Меня убил Драмикс. А, нет, вот он. О, слышу, он вообще слабый. Он вообще пиздец. Да только вынес меня с двух тычек, ну ладно, вообще поймай. Ты в гейму один, да, сзади. А он опять тпшнулся. Слышь, я ему почти его убил, он... Ну, становись обычным... Питером, да. Сука. Ебать. То он не видит. А, вот, я увидел его. Ну, как увидел. Все, я его убил. Все, давай в обычный. Подземельные монеты, ясно. Впрочем, ничего интересного. Даже статуя не выпала. Ну ладно, давай ее оставим тогда. Ну, она у меня есть, поэтому скажем, что она выпала. Да, скажем, так мы ей так уже снимаю, как бы, нет. А, ну она выпала. Так, давай. Ну, и вот у нас Драмикс, в принципе, мы его не увидели. Может, он невидимый. Нет, я его увидел, я его заснял, я же его убил. Демон душ. Демон душ у нас был? Нет. Ага. Значит, ты немножко пропустил его. Да, блядь, ты заебал. Серии и так уже идет сколько. Ебал. Ты хотел в этой серии всех убить? Вот и соси. Кристалл, все, пошли.
Ты сидел. Я уже нашел спавнер. Я буду мучиться, понимаешь? Я буду заливать этот, весит уже 15 гигов, 34 минуты, блин. Да это же 30. У нас где-то здесь драмик сходит. А, да, 4К. Ну вот, в принципе, наш Soul Fit. Мы его убивали. Я его помню. Мы какого-то соула точно убивали. Там случайно нет еще одного соула, но мы соула точно убивали какого-то. Так, сумеречный демон есть. Все, ты его убил? А, да, мы этого убивали, он хэдкрабов спавнит. Ну вот и убиваю его. Сейчас добью его. Педрил ебаный. Ну-ка иди сюда, сейчас тебя выебу. Какие все красивые то. Да хватит хэдкрабов спавнить, педрила. Драгон. Точнее, динозавр. Какой он грозивый. А, ну да, мне из этого вот, халитовая. Халитовый хуй выпал. Ламтерезкая выпала. Поэтому хуй. Ну да ладно. Ну я, в принципе, предлагаю тебе сделать халитовую броню. Да срать, давай уже, потом это все сделаем. Ты, блядь, давай ставь эту статую ебучую. Подожди секунду, мне надо ее взять. Так, вот, демон душ. Бля. Все? Да. Это все боссы? Да. Наконец-то мы это сделали, мы убили всех боссов. Диван, в общем, мы изучили полностью. Ну, кроме того мира, но он все равно не спавнится почему-то. Срать на этот мир. Главное, что мы убили всех боссов. Вот что ты, блин, сука. Ой, блин. Проблема. Кстати, мы уже 19 лет. Че, где? Круто. Какие проблемы, сейчас решим. Да все, я уже решил. Короче, с вами был Марк Айденчик, всем пока.